Ряд ответов на актуальные вопросы и советы подрастающему поколению от чемпионов. Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов пообщался с молодежью Махачкалы. О чем говорили на встрече, расскажет Курбан Рагимов. Абдулманап Нурмагомедов. Его не случайно называют легендой дагестанского ММА. За долгие годы своей тренерской работы опытный наставник воспитал целую плеяду выдающихся атлетов. На диалоге с болельщиками также присутствовал один из его воспитанников, участник главного боя вечера турнира Fight Nights 58 Мурад Мачаев. Таких ошибок на болеве он впервые допускает, не допускал Мурада. Мы учили все, но когда ногами подбросил, нужно было прижатыми локтями приземляться. Он отпустил руку, и он в воздухе поймал ее. Ну, и надо оценить искусство и мастерство соперника, который очень хорошо использовал сыночек. Именитые гости ответили на ряд актуальных вопросов. В частности, Нурмагомедов-старший поделился планом своего сына и воспитанника Хабиба к предстоящему бою за временный титул UFC в легком весе против Тони Фергюсона. Во-первых, он очень разнообразен. Во-вторых, у него длиннее руки, чем у Хабиба. В-третьих, он бьет локтями больше, правильно, чем кто-либо. Что нужно делать по-моему? Надо его прижимать. Надо вытеснять с центра. Правая рука снизу, левая рука держит правую. Оттуда начнем. А то, что мы заканчиваем последние бои досрочно, это никому не секрет. Сейчас мы не остаемся в партере, поднимаемся высокий для добивания. В завершении беседы молодежь Махачкалы услышала советы и пожелания из уст чемпионов. Мероприятие было организовано по инициативе кинотеатра «Россия». Далее для всех присутствующих состоялся предпремьерный показ фильма о жизни боксера Винни Пациенца. Курбан Рагимов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.